Прогресс человеческой цивилизации движется с невероятной скоростью. Многие технологии, ставшие для нас неотъемлемой частью повседневной жизни, казались фантастикой всего лишь 100 или даже 50 лет назад. Однако обратной стороной этого развития стало не только загрязнение окружающей среды, но и дефицит природных ресурсов, который усиливается с каждым годом. Человечество все сильнее нуждается не только в редких металлах и энергоносителях, но даже в таких банальных вещах, как песок или вода. Для спасения от надвигающейся ресурсной катастрофы мы могли бы обратить свой взгляд к небу. Точнее, в космос, который является настоящей сокровищницей природных ресурсов. Между орбитами Марса и Юпитера расположен пояс астероидов. Обширная область, содержащая сотни тысяч сравнительно небольших небесных тел. Крупнейшим из них является Церера — карликовая планета диаметром чуть более 950 километров. Прочие космические объекты данного сектора Солнечной системы намного меньше. Некоторые из них считаются потенциальными карликовыми планетами, но подавляющее большинство бесспорно относится к астероидам. Согласно данным за февраль 2021 года, уже обнаружено более миллиона небесных тел этого типа, большая часть из которых находится в поясе астероидов. Предполагается, что облако Оорта может содержать гораздо больше объектов данного типа, но из-за малых размеров и больших расстояний обнаружить их очень сложно. Несмотря на столь огромное количество отдельных небесных тел, общая масса всех объектов пояса астероидов невелика и составляет приблизительно 3 умноженное на 10 в 21 степени килограммов или 4% от массы Луны. Согласно наиболее базовой системе классификации, все объекты этого типа можно разделить на 3 больших группы — углеродные, силикатные и металлические. Первая группа наиболее многочисленная. Ее представители составляют около 75% известных астероидов Солнечной системы. Они состоят преимущественно из графита и сажи, простейших модификаций углерода. В свою очередь, силикатные астероиды составляют приблизительно 17% от общего числа и представляют собой каменистые небесные тела, образованные из горных пород на основе кремния. Остальные 8% приходятся на металлические астероиды — наиболее ценные космические объекты с точки зрения промышленного освоения. Они состоят преимущественно из металлов и их соединений, в том числе тех, которые крайне редко встречаются на Земле. Дело в том, что в процессе формирования нашей планеты большая часть тяжелых элементов, например, золото, вольфрам или платина, под действием силы тяжести опустились вниз, к центру Земли, сформировав массивное ядро и мантию. Лишь малая их часть, благодаря геологическим процессам, осталась на относительно небольшой глубине, сформировав рудные месторождения. Самый крупный известный металлический астероид Психея, имеющий средний диаметр около 186 километров, содержит около 17 квадриллионов тонн железной руды, что превышает все возможные запасы этого типа полезных ископаемых в земной коре как минимум в 20 тысяч раз. Даже сравнительно небольшой металлический астероид диаметром 1 километр содержит примерно столько же руды, сколько все страны мира добывают за целый год. Кроме железа, в состав астероидов также могут входить драгоценные и редкоземельные металлы, например, золото или платина. Особый интерес могут также представлять индий, необходимый для производства сенсорных экранов, или чрезвычайно дорогие осмий, рений и родий. Другим немаловажным фактором является наличие на астероидах гигантских залежей водяного льда. Вода — это не только основа жизни, но и ресурс для получения кислорода. А добываемый в результате реакции электролиза водород может быть использован как топливо для космических кораблей. Таким образом, малые тела Солнечной системы в перспективе могут стать практически неисчерпаемым источником ценнейших ресурсов.
Но готовы ли мы к освоению астероидов с технологической точки зрения? Планы по космической добыче полезных ископаемых могут показаться фантастикой. Очевидно, что построить гигантскую перерабатывающую платформу, которая поглощает один астероид за другим, как в фантастическом фильме, человечеству пока не под силу. Однако менее масштабные проекты осуществимы уже сейчас. Важнейшим фактором добычи любого ресурса является соотношение стоимости добычи к цене продукта. Природные запасы нашей родной планеты постепенно истощаются, а значит, стоимость полезных ископаемых неизбежно растет. С другой стороны, космические технологии понемногу дешевеют, что приводит к тому, что некоторые коммерческие проекты за пределами Земли уже приближаются к границе рентабельности. Несмотря на то, что большая доля малых небесных тел сосредоточена в поясе астероидов, многие из них рассеяны по внутренней части Солнечной системы. Ежегодно сотни объектов приближаются к Земле или сталкиваются с ней. Как правило, они имеют сравнительно небольшие размеры и не способны нанести существенный урон. Некоторые из подобных космических объектов состоят из твердых пород или металлов. Другие содержат существенное количество водяного льда. Захват и транспортировка подобной глыбы замерзшей воды могла бы обеспечить потребности Международной космической станции на долгие годы. Несмотря на очевидные технологические препятствия, уже существуют проекты, работающие в этом направлении. Одним из них является основанная в 2013 году компания Deep Space Industries, известная также как DSI. Она занимается разработкой космических кораблей и двигательных установок для них. Некоторые заявления представителей компании могут показаться фантастичными и самоуверенными, ведь уже в этом десятилетии DSI обещает начать промышленную добычу ресурсов на ближайших к Земле астероидах. Добытые материалы планируется доставлять на Землю, а в перспективе использовать непосредственно в космосе для внеземного строительства и производства. Будут ли эти смелые планы воплощены в жизнь, покажет время. Если же смотреть в будущее, то можно выделить три основных подхода в освоении малых тел Солнечной системы. Первый из них заключается в добыче сырой руды и последующей ее доставке в точку переработки, которая может находиться как в космосе, так и на Земле. Достоинством данного подхода является возможность использования автоматизированных механизмов, не требующих присутствия человека. Однако доставка огромных объемов тяжелого камня — сложное и затратное мероприятие. Второй подход предполагает переработку руды на месте. Объемы массы полученного продукта будут заметно меньше, рентабельность перевозки выше, так как не нужно будет транспортировать бесполезный шлак. Однако постройка космического завода по плавке металла — крайне сложный проект. Технологический процесс получения чистого металла из руды требует как огромного количества энергии, так и дополнительных реагентов, например, углерода или больших объемов воды. Организация полного цикла производства в таких условиях может стать довольно сложной задачей. Третий подход предлагает буксировку небесного тела к заранее построенной космической станции, осуществляющей его переработку. Подобная централизация помогает решить многие проблемы первых двух методов, однако требует определенного уровня развития технологий. Например, перемещение космических объектов возможно при помощи направленных взрывов, буксировки или импульсного двигателя, установленного непосредственно на поверхности небесного тела. К сожалению, на текущий момент человечество не способно транспортировать более-менее крупные космические объекты. Однако первые эксперименты подобного рода уже запланированы. Например, уже в ближайшие годы Европейское космическое агентство собирается столкнуть небольшой околоземной астероид Диморф с искусственным космическим аппаратом. Это позволит не только исследовать его состав, но и измерить, насколько сильно столкновение может повлиять на орбиту небесного тела. Наверняка в будущем технологии космической буксировки будут развиваться, становиться дешевле и надежнее. Переработка добытых ресурсов непосредственно в космосе подразумевает создание крупной орбитальной станции, рассчитанной на десятки человек. Подобный космический город неизбежно столкнется с целым рядом проблем, связанных как с жизнеобеспечением и энергоснабжением, так и с банальным охлаждением.
Ведь плавка руды требует очень высоких температур, а отвод лишнего тепла в безвоздушном пространстве может стать большой проблемой. Редкие металлы, представляющие особую ценность, как правило, неравномерно рассеяны в добытой породе. Их концентрация и очистка являются непростыми с технологической точки зрения задачами. Организация сложных производственных циклов и поддержание работоспособности такого космического завода вряд ли возможны без проживания на орбите существенного количества персонала, как инженерно-технического, так и научного. Создание среды, пригодной для продолжительного проживания множества людей вне Земли, все еще остается нетривиальной задачей. Тем не менее, технологии развиваются невероятными темпами, и то, что казалось фантастикой еще вчера, сегодня уже уверенно входит в нашу повседневную жизнь. Однако в погоне за прибылью, ресурсами, знаниями или жизненным пространством важно не забывать про бережное отношение к окружающему нас миру. Будь то Земля или целая Солнечная система. Нельзя позволить неумеренной жажде ресурсов уничтожить их. И услышимся.